Вот красивый бампер, а. Продолжаем воскресенье. 10:40. Какой красивый город, а. Так много зданий здесь старых. 95% старых зданий довоенных. Это очень редко в Германии. Лицо Германии старое. Ох, утро, людей мало, воскресенье, люди спят. А Витенька уже гуляет, а? Мой велосипед красивый. Ох, какой красивый город. Да, красивый, особенно с утра, с хорошим настроением. Идешь, наслаждаешься, как он все кривое, косое. Ну, все охраняется, это памятники. Чем старее, чем кривее, тем лучше. Лицо, вот люди. Немцы. Немцы, настоящие немцы. Вот, старенькие улочки. Вот. Сегодня праздник. Сегодня что-то будут раскидывать, раздавать. Витенька с самого утра вышел. Что у нас цены какие сегодня? Ага, по 40 евро, нормально. О. Вот такая машинка. Женщина. Сейчас покажу часы свои любимые. Тут мои любимые часы, посмотрел. Сколько они тут стоят? О, 6690. 6690 часы стоят. 6000, 6500. О, там в конце красные. 19900. Так, вот это нормальные часы. 11000. 13000. Нормально. 4000. Вот. 6900. Нормальные часы. Вот. Нормальный пилот, летчик, девушка. Красивая, блондинка. 249. Нормальные. Это хорошие часы, нормальные. Лондинов. Нормальные. Омега, вот омега, 5, 4, 100, 10, 20, 4, 5, это хойер, а? 9, 400, вот, 3, нормальные часы, хорошие. У меня японские часы, я люблю японские часы. Они надежные, хорошие, компактные, я люблю очень, очень японские часы люблю. У меня Ориент. Casio, а сейчас я ношу Epson. Что-то странные часы Epson у меня почему-то. Это механизм Epson. Часы немецкие, а механизм почему-то Epson. Кварцевые. А японские у меня Ориент механические. Ну, Casio очень надежный. Люблю Casio. Будильник громкий очень. Вот такое все такое красивое. Ну ладно. В следующий раз продолжим.